Сокращающееся биоразнообразие животных – проблема, о которой в последнее время экологи говорят все чаще и громче. Расширение хозяйственных территорий, истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, а также добыча дичи приводят к исчезновению множества видов животных. Вы смотрите телевизионный проект «Зеленая экономика». В сегодняшнем выпуске вы узнаете о том, кто стоит на страже сохранения биоразнообразия казахстанской фауны и какие работы ведутся в этом направлении. Чтобы узнать, почему сокращается численность животных, обитающих в Казахстане, наша съемочная группа отправилась к заповедным островам Кургалжинского края. На протяжении 4 лет заповедник является площадкой ежегодных встреч и дискуссий экологически ответственных организаций и местом проведения природоохранных мероприятий. Сохранение биоразнообразия – одна из важнейших задач. В нашей стране на грани исчезновения находятся 222 вида животных и 387 видов растений. Численность бетпакдалинских сайгака в 1992 году достигала почти 1 миллиона. К 2003 году данный показатель сократился до критической отметки в 20 тысяч голов. Следствием тому стал человеческий спрос на мясо и рога сайги. Предпринятые меры по восстановлению численности к 2015 году показали результат в 320 тысяч голов. Однако популяция стала резко сокращаться до прежнего показателя. Причиной второй волны падежа сайгаков является эпидемия, также обусловленная влиянием антропогенных факторов. По результатам данных учетов сейчас численность ее опять восстанавливается. Это хорошо, что самки плодовиты. На следующий год они половозрелые уже, приносят по 2 детеныша. И уже в этом году, вот у нас по данным весеннего учета, 26 апреля на вертолете мы считали, на территории только заповедника учтено 8 тысяч сайгаков. Примерно такая же обстановка где-то с кабаном, с диким. Но, к сожалению, тоже кабан имеет вкусное мясо, которое любят покушать люди. И кабан, уходящий из территории заповедника, к сожалению, попадает под выстрел. В сохранении биоразнообразия заповедные места имеют колоссальное значение. Обширная территория Кургалжинского заповедника, недоступность его озер и наличие солончаковой местности дают возможность естественному сохранению разновидностей животных. Благодаря наличию таких благоприятных факторов заповедник является местом гнездования своего грациозного обитателя – розового фламинго. Таким образом, популяция фламинго, обитающих отдаленно от людей, сохраняется. Наши фламинго в основном зимуют – это Ирак, Иран, Турция, страны Средиземноморья. Ну вот они полетели к нам весной сюда, на родину гнездиться. Летят на Чилкар-Тенгизе, допустим, по дороге, это юг Кустанайской области. Хорошее озеро, островочек хороший, присели. Ну и не полетели, половина фламинго не долетели. Половина загнездились там, половина к нам. Поэтому численность у нас, допустим, в этот год будет 20 тысяч, а когда вот этот Чилкар-Тенгиз высохнет, то, значит, у нас будет их больше, у нас будет 40-50 тысяч. Поэтому опасности такой нету о сокращении численности фламинго. А есть вот эти вот гусеобразные полиарктики, в десятки раз сократили численность за последние 10-15 лет. Озера Кургалжинского заповедника расположены на перекрестке двух миграционных путей и являются одними из важных водно-болотных угодий в мире. Именно здесь гнездятся перелетные гусеобразные птицы, численность которых с каждым годом заметно сокращается. Тому причиной называют улов птиц, летящих зимовать в теплые азиатские страны. В этой связи бьет тревогу и экологический альянс «Байтак-Булашак». Целью организации является защита окружающей среды и формирование гуманного отношения к ней. Если статистику смотреть, в 1990 году был 33 миллиона 700 тысяч водоплавающих птиц. Сегодня остался 14 миллионов. Это 2,5 раза уменьшился. Сегодня в Казахстане имеем 26 заповедников. Но мы должны, нам нужно больше. Сегодня проблемы уменьшения медведев, кулан, да, сайгаков. Мы должны заниматься восстановлением этим. Это только через заповедник мы можем восстановить.
Грантовую поддержку природоохранных проектов в сфере сохранения биоразнообразия, а также проведения ряда экологических мероприятий, ведет работу Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана. Организация была создана для решения проблемных вопросов, таких как дефицит финансовых средств, необходимых для проведения природозащитных мер. Данный фонд осуществляет поиск и привлечение донорских взносов как отечественных, так и международных компаний. Здесь у нас были восстановлены три водопойные плотины. Специально. Почему? Потому что сайгаки, так как не было здесь водопоев, они выходили за территорию заповедника и там подвергались, конечно, нападению браконьеров. Также вот нами были проделаны проекты различные в Алматинской и Кызылординской области. Были получены гранты от ПРООН в Казахстане. И благодаря им были нами расчищены 11 тысяч каналов реки Сырдари. И было вывезено около 12 тысяч тонн грязи. Одним из потенциальных доноров фонда является крупная горно-металлургическая компания. Третий год природопользователь выделяет финансовые средства в размере 8 миллионов тенге на улучшение материальной базы заповедника, проведение авиаучета животных и создание виртуального тура по резервату. Наша компания – социально ответственная компания. Предприятиями самостоятельно уже выполняются такие мероприятия, как посадка деревьев, проведение городских субботников, зарыбление водоемов, рек, озер, которые находятся в данных областях, изготовление скворечников и размещение их в парках, скверах городов. Мы это делаем не самостоятельно, а с участием неправительственных организаций, школ, студентов привлекаем для того, чтобы показать нашим молодежи, раскрыть те вопросы на сегодняшний день, которые являются серьезными. Это вопросы охраны окружающей среды и бережного отношения к природе. Одним из значимых вкладов компании является проведение ежегодного фестиваля «Фламинго». Мероприятие дает возможность наблюдать редких птиц в их естественной среде и обращает внимание участников, особенно подрастающего поколения, на вопросы охраны окружающей среды. Воспитывает у учащихся школ бережливое отношение к природе. Таким образом, инициаторы данной акции вносят свой вклад в формирование экологической культуры общества. Мы увидели большинство птиц, животных, млекопитающих, которые можно увидеть не только за рубежом, но и в нашей родине, в нашем Казахстане. Когда мы выезжаем в такие заповедные места, мы становимся ближе к природе. Мы понимаем, что нужно защищать и беречь эту красивую природу. Для сохранения и приумножения биоразнообразия важно создавать особо охраняемые природные территории в стране. Наряду с защитой природного ландшафта, разнообразия животного и растительного мира, данные площадки могут стать местом реализации частного бизнеса в области экологического туризма. Кургалжинский заповедник, как уникальный объект всемирного наследия ЮНЕСКО, имеет большой потенциал развития экотуризма. Ожидается, что посетить предстоящую выставку «Экспо-2017» приедут около миллиона гостей, которые также смогут посетить природный резерват, находящийся вблизи столицы. Сегодня мы приехали в этот заповедный край, чтобы увидеть и посмотреть потенциал, в чем может участвовать вообще НПО, бизнес. И сегодня как раз-таки мы во время дискуссии говорили о том, что инициатива нашего президента 12 апреля, прозвучавшая статья «Модернизация общественного сознания», о том, что увидеть потенциал регионов, возможность участия в развитии регионов, жителей тех регионов, бизнеса. Мы как раз об этом сегодня говорили. И мы увидели, что такой потенциал есть. И эти регионы, и эти особо охраняемые территории, развитие вокруг них заповедных экотуристических вопросов, оно имеет очень хорошую перспективу. В решении экологических проблем необходимо достаточное финансирование. В этом направлении важны усилия не только государства, но и частных структур и предприятий, занятых в сфере природопользования. Как было отмечено, создание особо охраняемых природных территорий также имеет важное значение не только в сохранности биоразнообразия, но и в развитии бизнес-структур и экотуризма. Вы смотрели программу «Зеленая экономика». Смотрите нас на следующей неделе на телеканале «Хабар-24».